Каждый пятый танк, воевавший на полях Великой Отечественной войны, вышел из ворот ЧТЗ, и Челябинск эту бронетехнику поставил фронту. Поэтому это вот наведение порядка, можно сказать, накануне нашего самого главного праздника. Челябинск впервые будет праздновать День Великой Победы в статусе города трудовой доблести. К санитарной уборке музея под открытым небом подключились не только пожарные, но и волонтеры. Они помогали протирать военную технику. На этом субботники не заканчиваются. В порядок Южноуральскую столицу будут приводить до 7 мая.